Китае строится еще один стеклянный мост-рекордсмен. Конструкцию возведут над большим каньоном Джан-Дзя-Дзе в одноименном национальном парке в провинции Хунань. Считается, что красоты именно этих мест вдохновили Джеймса Кэмерона на пейзажи в фильме «Аватар». Подвесной мост будет располагаться на высоте 300 метров над землей, составит 430 метров в длину и 6 метров в ширину. На нем будет оборудовано несколько стеклянных обзорных площадок. Стеклянный мост через большой каньон Джан-Дзя-Дзе позволит туристам наслаждаться видом, а также предоставит возможности для банджи-джампинга. Это будет самый высокий и самый длинный в мире подвесной мост со стеклянным полом. Проект – дело рук израильского архитектора Хаима Дотана. За воплощение его в жизнь взялась китайская строительная компания, на что уйдет почти 40 миллионов долларов. Этот мост превзойдет по размерам и высоте расположения нынешнего рекордсмена – другой стеклянный мост, который открылся в 300 километрах отсюда в сентябре. Впрочем, с тем мостом уже случились проблемы. Турист уронил железную кружку, и образовалась трещина. Сейчас мост закрыт на ремонт. Инженеры говорят, людям ничего не угрожало, треснул лишь один из трех слоев стекла. На этом строящемся мосту туристам также бояться будет нечего, уверяют они. Люди, особенно туристы, будут беспокоиться о безопасности, поскольку мост будет полностью из стекла. Но хочу сказать всем, что причин переживать нет. Мы провели многочисленные испытания и при строительстве точно рассчитали его грузоподъемность. Национальный парк будет контролировать число посетителей, одновременно находящихся на мосту. Одновременно на мосту сможет находиться 800 туристов. Мы будем контролировать это на входах, чтобы обеспечить безопасность. Строительство чудо-моста обещают закончить к концу года. Уже в январе 2016-го он будет официально открыт для посетителей.